Всем привет! Сегодня будем вязать вот такой узор. Узор кратный 12 петлям, плюс 13 петель для симметрии и плюс 2 кромочные петли. Вяжем первый ряд. Первый ряд, первая петля кромочная. Дальше вяжем 1 петля лицевая, 1 накид, 2 петли вместе лицевой за заднюю стенку. И 3 петли изнаночные. Дальше будем вязать раппорт. 4 петли изнаночные. 2 петли вместе лицевой за переднюю стенку. Один накид, 1 петля лицевая, 1 накид, 2 петли вместе лицевой за заднюю стенку. И 3 петли изнаночные. Провязали раппорт и снова повторяем. 4 петли изнаночные. 2 петли вместе лицевой за переднюю стенку. 1 накид, 1 петля лицевая, 1 накид, 2 петли вместе лицевой за заднюю стенку и 3 петли изнаночные. Провязали еще один раз раппорт. На спице осталось 8 петель, вяжем 4 петли изнаночные, 2 петли лицевой за переднюю стенку, 1 накид, 1 петля лицевая. Последнюю петлю провязываем изнаночной, это кромочная петля. Второй ряд. Вяжем все петли по рисунку. Лицевые петли лицевыми, изнаночные изнаночными и накиды провязываем изнаночными петлями. Третий ряд вяжем. Первая петля кромочная, 1 петля лицевая, 1 накид, 1 петля лицевая, 2 петли вместе лицевой за заднюю стенку, 2 петли изнаночные. Дальше начинаем вязать раппорт. 3 петли изнаночные. 2 петли вместе лицевой за переднюю стенку. 1 петля лицевая. 1 накид. 1 петля лицевая. 1 накид. 1 петля лицевая. 2 петли вместе лицевой за заднюю стенку. Две петли изнаночные. Провязали раппорт. Повторяем снова. 3 петли изнаночные.
2 петли вместе лицевой за переднюю стенку. Одна петля лицевая, один накид, одна петля лицевая, один накид, одна петля лицевая, 2 петли вместе лицевой за заднюю стенку и 2 петли изнаночные. Провязали еще один раз раппорт. На спице осталось 8 петель. Дальше вяжем 3 петли изнаночные, 2 петли вместе лицевой за переднюю стенку, 1 петля лицевая, 1 накид, 1 петля лицевая, последняя петля кромочная изнаночной. Четвертый ряд вяжем по рисунку. Лицевые петли лицевыми, изнаночные изнаночными. Накиды провязываем изнаночными петлями. Пятый ряд вяжем. Первая петля кромочная, 1 петля лицевая, 1 накид, 2 петли лицевые, 2 петли вместе лицевой за заднюю стенку и 1 петля изнаночная. Дальше будем вязать раппорт. 2 петли изнаночные, 2 петли вместе лицевой за переднюю стенку, 2 петли лицевые, 1 накид, 1 петля лицевая, 1 накид, 2 петли лицевые, 2 петли вместе лицевой за заднюю стенку, 1 петля изнаночная. Провязали раппорт и снова повторяем. 2 петли изнаночные, 2 петли вместе лицевой за переднюю стенку, 2 петли лицевые, 1 накид, 1 петля лицевая, 1 накид, 2 петли лицевые, 2 петли вместе лицевой за заднюю стенку, 1 петля изнаночная. Провязали еще один раз раппорт. На спице осталось 8 петель. Вяжем 2 петли изнаночные, 2 петли вместе лицевой за переднюю стенку, 2 петли лицевые, 1 накид, 1 петля лицевая и последняя петля кромочная изнаночной. Шестой ряд вяжем по рисунку. Лицевые петли лицевыми, изнаночные изнаночными и накиды провязываем изнаночными петлями.
Седьмой ряд, первая петля кромочная, дальше одна петля лицевая, один накид, три петли лицевые, две петли вместе лицевой за заднюю стенку. Дальше вяжем раппорт. Одна петля изнаночная, две петли вместе лицевой за переднюю стенку, три петли лицевые, один накид, одна петля лицевая, один накид, три петли лицевые, две петли вместе лицевой за заднюю стенку. Провязали раппорт и снова повторяем. Одна петля изнаночная, две петли вместе лицевой за переднюю стенку, три петли лицевые, один накид, одна петля лицевая, один накид, три петли лицевые, две петли вместе лицевой за заднюю стенку. На спице осталось 8 петель. Вяжем. Одна петля изнаночная, две петли вместе лицевой за переднюю стенку, три петли лицевые, один накид, одна петля лицевая и последняя петля кромочная изнаночной. Восьмой ряд вяжем по рисунку. Первая петля кромочная, дальше вяжем по рисунку. Девятый ряд вяжем. Первая петля кромочная, одна петля лицевая, один накид, 4 петли лицевые. Дальше вяжем раппорт. 3 петли вместе лицевой. Вяжем так. Первую петлю снимаем не провязанной, 2 петли провязываем вместе лицевой. И непровязанную петлю одеваем на провязанные петли. 4 петли лицевые. 1 накид. 1 петля лицевая. 1 накид. 4 петли лицевые. И снова повторяем. 3 петли вместе лицевой, 1 петлю снимаем, 2 петли вместе лицевой, непровязанную петлю одеваем на провязанную петлю, 4 петли лицевые, 1 накид, 1 петля лицевая, 1 накид, 4 петли лицевые. Дальше 3 петли вместе лицевой. Снова повторяем.
Одну петлю снимаем, 2 петли вместе лицевой и снятую петлю непровязанной одеваем на 2 провязанные петли. 4 петли лицевые. Один накид, 1 петля лицевая. И последняя петля кромочной изнаночной. 10-й ряд вяжем по рисунку. Первая петля кромочная и дальше по рисунку. Изнаночные петли изнаночными, накиды провязываем изнаночными петлями, лицевые петли лицевыми.